Дили-дили-бум, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. О, водичка какая теплая. Ух. Да, все, пожалуй, пойду домой. Ох, время уже собираться. Деревню, кстати. Думаю, что взять Тимофея с собой — это очень плохая идея, так что... А ну ладно. Трёхволн, забери пушка. Его оставлю дома, оставлю вещи, мало ли... Белоглазую улыбку опять появится. Надо найти рубинся, какую-нибудь поддержку. Так, напишем их письмо. Отлично. Другой Тимофей отправляюсь я без тебя. Буду полный. А может быть и завтра. Тем не менее, не бойся. Хера, блин, вряд ли кого-нибудь тебе, если он вообще существует. Вон так, пугает. Буду завтра. Может быть, сегодня вечером вашим. Вас? Оп. Да, хорошо. Теперь оставлю письмо в сундуке и, пожалуй, пойду собираться. Все. Нос. Мало ли. Чё? Хотя вряд ли он придёт. Не, лично у него без этого не имею. Так, так, отправимся в деревню. Снежат. Теперь я бодр и заряжу энергию. Думаю, что побегу я где-то к вечеру успею. Вот весьма. Вот так. О, боже! О, раньше я устал. О, что за смех? Чёрт, я слышал этот смех. О, нет! О, боже! Чёрт! Чёрт, иди твою лопату! Иди, пирамидж! Он где-то здесь, я слышал смех. Боже! Чёрт! Все-таки было суждено умереть Мэйди. По-моему, боже, боже. О, черт. Здесь произошло. Походу, смерть. Первая смерть. О, боже. Ой. Где же все? Я здесь. О. А? Мэтр, ты здесь? О, слава богу! Слава богу! Плыви, плыви, плыви быстрее! Давай же, давай же, друг! Давай сюда, сюда! За мной, за мной! Давай, быстро написал, быстро написал! Ты готов говорить? Ты можешь сказать, что произошло здесь? Да, я не помню, я очнулся в яме. А почему ты очнулся в яме? Что? Что было? Что было? Пожалуйста, вспомни. Каждое слово это главное, пожалуйста, вспомни. Там, и я помню, что перед случившимся, ко мне подошел мужчина и просил закурить. Так как я сам не курил. Но зажигалка у меня была. Он говорил каким-то странным голосом. И был в похожей одежде. Мы дошли. На зима. Парень. На тебя был похож. Одет. А, подъезде он по. Подожди, стой. Ты видел его глаза? Нет. Он был в темных очках. О боже. О боже. Так, давай, рассказывай дальше. Рассказывай дальше. Не томи. Дождевый минуту, дорогая. Мы зашли в башню, я дал ему зажигалку.
у него был, он был с камня, поэтому, когда он ушел, я решил проследить за ним. А, я вспомнил, он спрашивал, где находится бармен. Он пошел к нему, они зашли в бар. Сильный завтрак, я решил подслушать их разговор, я стоял за стеклом. Будто расспрашивал бармена о Донни Томпсоне. Он спрашивал, правда ли там поселились ученые. Ему зачем-то... Они что-то говорили о динамите. А потом... Он ушел. Когда я шел в башню. Что прервалось. Белый свет. Потом я очнулся в яме. Так, слушай меня сюда внимательно. Сейчас у меня такой период, да, очень мало времени и очень много проблем, так что я думаю, нам надо немного передохнуть, потому что думаю сейчас приходить к Тимофею, портить ему настроение, что убил этот динамит очень много людей, и мне кажется, не стоит. Давай лучше где-то здесь переночуем, хорошо? Ты согласен? Да, да, я согласен. Ух, вообще устал. Странно. Ты когда-нибудь видел в пустыне дождь? Нет. Все это очень странно. Видишь? Или это мираж, или правда какой-то дом? Это будет под меня. О боже. Быстрее туда. Там есть кровать, боже. Заходи сюда. Закрой дверь. Ладно, что в сундуке? Какая-то записка. Так, сейчас прочтем. Осталось 3 дня. Ну, боже. Как он узнал, что мы здесь? Как он узнал, что я здесь? Слышал это? Да? Подожди, сколько времени нужно, чтобы добраться до дома? До дома исчез Тимофей. Примерно 2 дня. Так, мы будем на 7-й день. Нет, мы будем на 6-й день. Уже к вечеру. Мы можем успеть. Быстро! Быстро домой! Быстро!